Всем привет! Вы на канале Лазаревская Forever Food and Travel. И мы начинаем новое видео с кафе Пингвин. Вот этот всеми любимый фонтанчик. Скоро его выключат, и он не будет уже работать. Знаменитые банановые пальмы, банан, трава. Мы с вами сегодня пойдем прогуляемся еще, думаем, на море. Вот такая красота здесь. У нас в планах сегодня еще покупаться в море. Мы были уже сегодня и на могилке у Шарика. Мы были на Дивном озере. Ну а третье, это мы сегодня пойдем на море. Надеемся, что мы там досидим до заката. Ну и, конечно же, покупаемся в море. 7, наверное, 8. Если растянется, все 10. Ну, солнце. Да, очень красиво. Ребята, представляете, какая красивая бабочка из нее будет? Обалдеть! Ребята, гусеница верхолаза. Однако, нехило. Это мы идем по этой лестнице, по церковной Смотрите, корке. Как она залазит по стене. Она только что ползла по ступеням, а сейчас она уже на стене. Обалдеть! Она еще такими шипами. Но так-то очень-очень красиво, и издалека ее видно. Поползла по своим делам. То вверх ползла, теперь вниз. Ну ладно, ребята, скажем гусенице пока-пока. И пойдем вверх по лесенкам. Мы, ребята, зашли домой переодеться. И чтобы идти на море. Вот выходим потихонечку. И двигаемся в сторону моря. Вова, ты готов сегодня купаться в море? Сейчас посмотрим на море. Юля тоже собирается с нами. Все, да. Ну и вы, ребята, пойдете с нами купаться. Покажу вам еще раз вот такую красоту, гортензии. Это у нас вот дорога к морю. Мы спускаемся вниз по итальянской улочке. На улице Победы вот такие клумбы. Еще цветущие. Очень красиво сегодня небо, облачное. Думаю, мы успеем позагорать. Можем пройти по улице Павлова. Идем с Вовой вдвоем. Не думайте, что я одна иду. А вообще-то мы втроем. А вообще мы втроем. У нас Юля там впереди нас. Ведущая. И мы идем домой. Яичник еще работает. Наверное, надо зайти. Кстати, цены. Ну, тут цены. Ну, как, ничего. Чего-то тут нету. Пришли, решили взять что-нибудь из выпечки. Хачапури есть. Мы с Вовой, конечно, возьмем сосиски в тесте. Взяли по сосиске в тесте 49 рублей одна штучка. Ну, идем на море. Ребята, вот такая обстановка на пляже. Центральный пляж, 5 октября 2022 год. Лежаков уже нету. Мы пойдем вот в сторону Багратиона немножечко пройдем. Немного моря вам покажу. Сегодня оно такое более спокойное, более чистое. Вчера еще Гавана клуб работал, сегодня уже все. Гавана клуб закрыли. Два дня назад здесь тоже были еще лежаки, дорожки. А сейчас этот пляж выглядит вот так. Пустынный. И уже такие одинокие отдыхающие. И мы уже в море. Море сегодня вообще шикарное. Такое теплое.
И прозрачное. Да. Сколько оно прозрачное. Бывает еще прозрачнее, но это тоже неплохо. А самое смешное, что сегодня утром шел дождь. Такой мелкий, моросящий, противный. Как... Очень. Не успели сами уже сходить. Температура 16 градусов утром была. А сейчас вообще шикарно. Мы сегодня будем заныривать до заката. Ребята, вот этот заплыв за вас, за всех, за подписчиков, за то, что вы смотрите наши видео, ставите лайки, пишите комментарии. А мы купаемся за вас вот в этом теплом, шикарном море. Такое чистое сегодня море, ребята. Чистое, теплое. Бархатный сезон в разгаре. Вова хочет сделать для вас заплыв. За вас, за всех. Ну как оно, Вова? Супер? Вообще суперское море. Как раз такая легкая волна, шикарная. И мы сегодня будем принимать солнечные ванны прямо в воде. Мы сегодня вот здесь, на Багратионе. Шикарное море сегодня. Накупались? Ну как накупались? Еще сейчас будем купаться, будем ждать заката. Вот такое сегодня море. Хотя утром температура была где-то всего 16 градусов, но сейчас солнышко, и сразу резко температура возросла, наверное, градусов до 22-23. Но нам тепло, нам хорошо, мы купаемся. Уже работает вот такая техника. Все собирают с пляжа лишние. Лежаки, все стойки. Вчера вот там стоял Запорожец, нет, позавчера. А сегодня его уже нету. В общем, все убирается. Сезон, можно сказать, закрывается. Ну, а мы продолжаем с вами, ребята, отдыхать. Вова зовет в море. Сейчас иду. Не могу удержаться. Хочу плавать, плавать, плавать. Все, завладела водяной камерой. Да. Для подводных съемок. И сейчас у нее не отобрать ее будет никак. Не снимаю контент. Пока память не кончится. Самое то сейчас снимаю. Вода да, теплая. Мы с вами в море плаваем. Плаваем, плаваем. Да, это было Пляжское море. Ура! Кайфово, кайфово. Легкий перекус и море. Ждем, ребята, с вами заката. Думаем, что сегодня он будет очень-очень красивый. А пока вот такая солнечная дорожка. К вечеру, кстати, море становится более волнистым.
вот оно счастье. Вот такая лодка. Да-да-да. Юля такая смотрящая на море, на закат. Ребята, счастье не за горами. Счастье, оно вон там. За море. На море. После такого красивого заката мы идем в столовую Бристоль, 150 метров. А здесь, смотрите, тоже была, видимо, столовая, но сейчас уже, конечно же, все закрыто. Кацап. А нам туда прямо. После моря мы решили зайти в Бристоль. Играла музыка громкая, пришлось наложить свою музыку. Нам понравилась эта столовая, нас встречает веселый поваренок. Мы решили по супику ударить. Мы взяли с Вовой. Я взяла харчо, а Вова взял борщ со сметаной. Еще вот тут покажу немного вкусняшек. То, что осталось у них к вечеру на ужин. Так как они уже закрывались через 2 часа. Ну, мы взяли на 110 рублей 2 супика. Каждый супик стоил 55 рублей. На ужин, в принципе, мы наелись. Было очень-очень вкусно. Вове понравился борщ, мне понравилось харчо. Зайдем еще как-нибудь в эту столовую раз, потому что, ну, в принципе, можно вполне достойно покушать за хорошую цену. И вот с таким поваренком мы встречаемся, вернее, провожает он нас, и мы идем домой. Вот такие два тузика наелись. И ушли в темноту. А всем пока, ребят. До встречи.